бы славным продолжением традиционно дворец является жемчужиной. Практически каждый предмет – это часть судьбы нашей страны или судьбы конкретных людей, или связанных с какими-то историческими событиями. И вот наполненность этого, мне кажется, является важной отличительной чертой нашего музея. Да. Лет, это была ежедневная работа, это были приобретения, сделанные по всему миру. Вся коллекция куплена за пределами России, само собой, даже за пределами бывшего СССР. То есть мы несем в себе довольно интересную составляющую нашей коллекции, на то, что мы все, что мы купили, мы все вернули в Россию, все сберегли эту культуру России. Понимаете, мы сами не гордимся. Здание находилось просто в кошмарном состоянии. Первое, что надо было делать, надо было срочно ремонтировать крышу. В период дождей и снега все это почти могло рухнуть. От этого здания вообще ничего не осталось. И представить себе, что здесь может разместиться музей, было чрезвычайно сложно. Лучшим собранием царского мастера некогда.